Щедрый на награды журнал «Мода Топикал» в очередной раз отметил самых стильных, но среди пар. Дресс-код «Коктейль», «Фейс-контроль», «Под ручку со второй половинкой» смогли проскользнуть в одиночку Альбина Джанабаева, Дмитрий Маликов, Кристина Арбакайте и сама хозяйка вечера Оксана Федорова. Никогда не посещает мероприятие со мной. Мне хочется, конечно, но я буду за него переживать, потому что он человек не публичный. Зато у Сати Казановой продолжается медовый месяц. Парочка не расстается даже на светских выходах. А те, кто в семейных отношениях называются долгожителями, не стесняются уже поспорить перед камерами. Мужчины просто не понимают, как можно не любить поехать на квадроцикле на речку. А женщины понимают, как это невозможно любить, когда ты шопишься в Дубае мол 3-4-6 часов, а он как бы устает. Это тоже очень странно. У нас она припекнет, и все. То есть мошкой топну, и все. Анна Хилькевич, которая то ли чудом, то ли шантажом заманила мужа на вечеринку, знает. Секрет семейного счастья в правильном примирении. У каждого человека есть вот определенная вот эта точка успокоения, да? Он вот обижается, а потом вот этот момент нужно уловить.